Я могу сказать по поводу детского кино, что очень печально и трагично пока все это дело обстоит, но есть надежда, потому что пусть немного, но детские, именно отечественные фильмы появляются. И могу сказать, вот по части мультиков, то ребята молодцы, ребята начали поднимать, будем так говорить, национальный мультпроцесс, мультпроизводство. Потому что я могу сказать, все знают там Маша и Медведь, да, Барбоскины, Фиксики. Ну, то есть все это смотрят и понимают, что это определенный уровень. С кино, конечно, дело обстоит посложнее с детским, что очень жаль, потому что у меня у самой двое детей. Мы любим ходить и на премьеры, и на фильмы. И очень жаль, что ну, вот за последнее время мы ходили только на два. Это «Снежная королева» с прекрасной актрисой Апексимовой. И вот последний фильм мы, наверное, смотрели про Ивана Дурака, где тоже наши прекрасные, замечательные отечественные артисты сыграли. Я просто сейчас не вспомню название его, потому что это было достаточно давно, ну, где-то, наверное, год назад. Вот. И поэтому, конечно, трудновато.